Мамочка! Что, Лулу? Я хочу мороженое. Дай мне одно на палочке. Лулу, у нас дома мороженого нет. Доктор сказал, тебе нельзя. Там очень много сахара. Ну я хочу. Ладно, не капризничай. Я знаю, что все малыши очень любят мороженое. Давай-ка сделаем его сами. Из вот такого детского йогурта. Да, у нас будет свое домашнее йогуртовое мороженое. Нам понадобится йогурт, деревянные палочки и вот такие пищевые красители. Откроем йогурты, добавим в них по несколько капель пищевого красителя. И хорошенечко все перемешаем, оставляя деревянные палочки прямо в стаканчиках. Какая красота у нас получается! Да, осталось поместить эти йогурты в морозилку и дождаться, когда они замерзнут. Ну что, уже готово? Мне кажется, да. Ты только посмотри, как замерзло наше домашнее йогуртовое мороженое. Чтобы его достать, польем стаканчики теплой водой. Теперь достанем и посмотрим, что у нас получилось. Красное мороженое. Фиолетовое. И желтое. Дай-ка попробовать! Очень вкусные получились! Даже лучше, чем обычные, магазинные! Ребята, а вы когда-нибудь делали сами такое домашнее йогуртовое мороженое? Напишите мне об этом в комментариях! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками!